Сегодня Всероссийский день трезвости. Кому-то эта дата может показаться новой. А между тем, в нашей стране ее начали отмечать более 100 лет назад. Впервые День трезвости был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. В России на время закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о значимости трезвого образа жизни. В наши дни традиции Дня трезвости возрождаются. Священники рекомендуют провести этот день в действии, сходить в храм, поставить свечу и помолиться за всех, кто страдает недугом пьянства. С теми, кто стремится к трезвости, встретилась Надежда Печоркина. Иваном Постным называют в народе этот день, а еще страшным праздником. С ним даже связывают традиции. Не есть круглых плодов, не пользуются ножом. Но это не больше, чем обычай, объясняют священники. Ну, поверье такое вот есть в народе. Оно неправильное, сразу скажу. Там, что ножом резать сегодня ничего нельзя. Там, вот. Это все есть надуманность. Надуманность и, скажем так, может быть, из начала имеющие какие-то благие намерения, но потом привезшие не пойми чему. К празднику этого отношения никакого не имеет, и это вот традиция сугубо народная, и к церкви, можно даже сказать, не совсем, нельзя сказать, что языческая, но православие не имеющее никакого отношения. Величайший из пророков родился у пожилых праведных родителей. За полгода до Иисуса Христа, по милости Божьей, избежал смерти среди тысяч детей, убитых в Вифлееме. Вырос в пустыне, в посте и молитве. А в 30 лет Господь призвал его к пророческому служению. Тогда он пришел на Иордан и стал проповедовать покаяние приходившему к нему народу, наслышанному о его ангельской жизни. Он крестил иудею в водах Иордана, знак очищения грехов, готовя их принять Спасителя и призывая принести достойные плоды покаяния. Чаще всего церковные праздники пост отменяют или ослабляют. На сегодня воздержание особенно строгое. Человеку мирскому может показаться необъяснимым повод для праздника – казнь. Но в церкви днем памяти святых становится день их смерти – дата рождения в вечную жизнь. Эту же дату избрали для Всероссийского дня трезвости. 5 лет назад Павел Кравчук заинтересовался воркаутом, увидев в интернете, каких результатов могут достигнуть сверстники. Начинали с простых движений, потом пришли единомышленники, выросло мастерство, а теперь появилась площадка специально для занятий воркаутом. До этого тренировались в почти полевых условиях. Возле школ площадки, которые там все старое и турники сломаны, как бы ненадежно ничего. А это вот очень круто. Правда, одна из конструкций неконструктивно шатается, но это уже мелочи. Сразу 3 площадки откроют в городе в ближайшее воскресенье. В Мирном микрорайоне, на Ленинградском проспекте и в Карачаево. Оборудование для них приобрели в рамках окружной программы. Занятия воркаутом не только развивают физически, но воспитывают многие ценные человеческие качества. А еще привлекают новую молодежь. Последователи есть, и они приходят, смотрят на нас, как бы пытаются что-то сделать, повторить там. А мы им показываем пример здорового образа жизни. Кажется, для выполнения этого упражнения надо быть совсем без костей. Алексей Мацура, Роман Уваров и Павел Кравчук серьезно относятся к своему увлечению, ищут новые варианты связок, работают над собой. Любители паркура обижаются, воркаут заметили, а их пока обошли. Но у хорошего дела главное – начало. Продолжение зависит от активности тех, кто занимается альтернативными видами спорта. А еще раз. Раз, два, три. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей «Импульс».